Так, ребята, всем привет. Можете поздравить нас. Приобрели мы лодочный мотор с лодкой Daihatsu 9.8. Вот, сегодня день обещает вроде пасмурный, но без дождя. Сейчас загрузим все, лодку, мотор, вещи. И поедем к отцу. Там перегрузим это все в другую машину. И поедем испытывать. Обкатку проходить на речку. Остановите ее вон там где-нибудь. Набью. Даже ни разу на воде не было. Насос в упаковочке. А я куплю потом. Сколько задать? Электрический. А те дорогие, которые сам задаешь. Ну, начнем. Немножко подкачать, пол ставим, а потом... Я видел, что чуть-чуть подкачивается. Нет, сейчас два маленьких. Вот это в конце. Опа. Все, встал. Что, ну еще вперед должно. Так. Выйди на месте. Нет, это не те. Вон в мешке серым. Накачал. Лавочки одинаковые, да? Да, они одинаковые. Потом я накачаю. Мотор. Вот он, маленький, легенький. Подержишь вот, я тебя поставлю. На место села. Сейчас центруем.
сел. Центр сел до конца. Так. Подожди, подожди, не задевай. Сейчас затяну сначала. Чуть-чуть. Сюда. Так, все. Мотор ставили. Поднимай его, так, подними, опусти. Он не болтается. За заднюю ручку, сзади ручка есть. Нормально? Нормально. О, вода из щелей льется, льется. Выставляется вот этот угол. Угол атаки, но вот он. Но это уже на ходу накай. Не упу. Да, бак. Тика. Нет, тут привязан. Ну вот. Потянешься. Так. Вот тяжелее. Шланг. Да, помпу. Так, стрелка. Вот это вот значит двигатель. Он закрепил. Закрепил. Ну, шланг длинный. Обычно наматываться на эту, на бак. На эту? Не, на бак. Тут никак не наматывается. На транис только, на эту могу. Ну, вон его доносы делают, ну, там, за чеку, за чеку. Если один едешь, ну. Так, накачивай. Что, пробуем? Накачивай. Скорость в среднем положении. Да. Вон, туго пошло. Так, все. У нас средний или... Да, тут есть старт, называется, вот так вот. Так, все. Скорость нейтраль. Чека стоит. Зацепление и рывок. Да. Так. Это на старт стоит. Чека. Где-то. А, подсос жена вот. Угу. Ух ты. Аварийная кнопка не нажата? Нет. Он же схватился. Вода бежит. Вода бежит. Побольше сделай, чтобы он не подождал. Да, все льется. Угу. Да.
Сейчас притирается пока. Тихо, да, работает? Так, 10 минут прогревается. Давление вверх пошло. Пока чай пил. Пошло. Техника безопасности. Так, ноги помыл. Так, обороты сбавляем. Задняя передача. Пошли. Берегу близко не побежал. Ага. Дым сзади остается? Да. Стелется? Ты чуть? Ну, масло-то не дымное. Раньше нальешь как так, так что. Вот туда на машине ловки, дурада ее спускает. Удобно, ручка есть. Раз, одному ехать как. Ну, вот это 50% газа. Без нагрузки идет, а вообще нагрузки нет. Листва пошла, да? Потом под мотор, орать мотор будет. Раз попадет, заорет, поднимешь. Поменяем.
Закупляются мудрёвки. Мало еще снастит. Пробуем на светку. Темную погоду, говорят, надо светлую ставить. Ну вот я и хочу светлую сейчас. А солнечную? Солнечную. Сейчас я еще ход закину, посмотрю, рыба есть, вообще нет. Выловился, что ли? Опа. Вот они где. Прямо в лодку. Вот, вот. Вот ты видишь, даже отцеплять не надо. Ёхка так любит рыбачить. Сразу берет, смотрите. Угу. Вот до берега. Давай жерлицу можно будет поставить. Да, жерлицу можно поставить. Где коряк поверит. Если как попадет, то как бы где видит. Хорошо, натахаться можно, видите, собачь. Ух, сошел. Опа. Ого. Мелочь срывается. Да жидкость какая-то. Вот это покрупнее. Я поводу на ресей поди, заберет. Подскажи, что хочешь, где ресей. Куда я скрыл один. Иногда два выше, больше. Иди, иди. Кормится, что ли, заберет. Я вода подал. Тихонько так.